А мой номер сними, пожалуйста. Да, давай. Ура! Молодец! Ребят, давайте улыбаться. Я хочу. Чао, давай. Дорогие телезрители, сейчас у нас будет передача, которая называется... Интервью. Интервью. Первое интервью? Первое интервью будем брать у господина Александра Гисина. Да, пожалуйста. Смотри, какое интервью будет брать. Сиди, сейчас интервью будет брать. Господин Гисин, как вы относитесь к проблеме перестройки? Господин Гисин, как вы относитесь к товарно-сырьевой бирже? Таким вопросом я даже воспользуюсь сразу. Я очень хорошо и положительно отношусь к товарно-сырьевой бирже, так как она имеет своим назначением это оздоровление нашей советской экономики, которую оздоровить уже нельзя. Тихо, Юль. А как вы будете перестраивать? Мы будем перестраивать сначала левой рукой, а потом правой. Спасибо. Теперь спросите у господина Гисина, как он относится к красивым маленьким девочкам. Ну, что вы? А как вы относитесь к красивым маленьким девочкам? Господин Гисин любит не только красивых маленьких, но и больших красивых девочек. Спасибо за внимание. Следующий вопрос. Мамы не заслоняйте. Как вы относитесь к товарно-сырьевой бирже? Я вижу, что вы спите. Да, вот так я к ней отношусь. Ну как вы относитесь? Ну скажите, пожалуйста. Положительно. Ну, как это положительно? Положительно, значит, однако спирую. А у вас есть господин Гисин, который относится к товарно-сырьевой бирже со знаком минус? Ну, назовите хотя бы имя или отчество, или фамилию. Это коммерческая тайна. Коммерческая тайна? Да. Ну тогда... Лен, про девочек спроси. Вы любите ли маленьких красивых девочек? Маленьких люблю. А как вы относитесь? А как тетя Ира относится к большим мальчикам? Красивым. Лена, встань. Спроси, Лен. Ну как вы относитесь к большим красивым мальчикам? Я их устраиваю на работу. А как вы относитесь к перестройке? Никак. Ну и так, сейчас мы возьмем интервью. У кого еще? У Боровой Тамары Владимировны? Нет. Это вопросы плохие придумали. Значит, как вы относитесь к браку? Очень хорошо. Как вы относитесь к детям? Детей я люблю. Всех. Ну а если это не какой-то такой? Непослушный ребенок. Такой непослушный ребенок и плохой ребенок. Что вы с ним будете делать? Плохих детей нет. Я буду его любить. И он станет как послушным. Как он его будет любить? Он же заслуживает наказания какого-то. Я бы ему не делала. Я вообще детей не наказываю. А ты как предлагаешь детей наказывать? Ой, как предлагаете наказывать детей? Я предлагаю, ну, пересказать.